В региональном пресс-центре издательского дома «Ульяновская правда» открылась выставка «Мы вместе». Ее авторы – ребята из волонтерского отряда «Дари добро». На открытие выставки приехали и сами авторы картин. Одна из них – известная многим молодая художница Татьяна Федоровичева, родившаяся без рук. Живописные картины она рисует при помощи пальцев ног. Ее работы открывают выставку. В отряд входит и Яна Фирсова, серебряный и золотой призер России в паралимпийских соревнованиях по плаванию и легкой атлетике. Она не только спортсменка, но и фотограф. В экспозиции есть ее работы. Илья Летичевский, ставший инвалидом в результате ДТП, поразил своими графическими портретами. Некоторые из волонтеров глухонемые. Также в отряд входит учащийся средней школы номер 62. Никто и ничто им не мешает делать добро. Даже на открытие своей выставки они тоже дарили добро. Сделали всем участникам памятные подарки. А издательскому дому «Ульяновская правда» подарили огромные деревянные часы с фирменной надписью. На выставке есть коллективные работы в технике шерстяной акварели реабилитационного центра восхождения, который является подшефным у волонтерского отряда. Мне очень и очень повезло, моему учреждению очень повезло, что в жизни нашего реабилитационного центра у наших детей появилась Эльвира Отерман. Сначала она появилась одна, а потом, посмотрев, оценив, она создала вот такой замечательный отряд. И она приезжает к нам, я вот посмотрела, иногда 3 раза в месяц, иногда 2 раза в месяц. Она приезжает не одна. Волонтерский отряд «Дари добро» – частый гость реабилитационного центра. Для детей с ограниченными возможностями они проводят занятия и мастер-классы. Для гостей выставки ребята тоже провели мастер-класс. Выставка «Мы вместе» будет работать в пресс-центре издательского дома до лета. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».